Всем привет! Сегодня у нас по плану горбушка. Вот такая вот хорошая рыбенция. В принципе, средненькая, она, не скажу, что крупная. Так, пока совсем не разморозилась, нужно ее помыть и почистить. Так, сказала, что рыбу буду чистить. Начала. Посмотрите, какая красота внутри. А у нас внутри икра. Так что мы теперь еще и с икрой, да еще и с натуральщиной, настоящей. Так что еще будем солить икру. Так, горбушка моя растаяла, стала она уже такая мягенькая, но я думаю, ничего страшного, все я смогу, все я сумею. Так, сейчас уберу хвост и голову и удалю хребет, в общем, сделаю филешку. Ну что, рыбка разделана, вот что у меня получилось. Значит, в углу слева лежит пивной набор, сделаю, засолю, в общем, гемасу к пивасу. Так, костяшечки чуть-чуть и вот такие две филешки. Вот такие хорошие филешки у меня, значит, получаются на коже. Сейчас нарежу на кусочки и будем выкладывать. Так, прежде чем нарезать рыбу, все-таки решила сделать посолочную смесь. Значит, я взяла чайную ложку молотого перца. Перец у меня там смесь перцев, крупный помол. Так, значит, соли взяла 2,5 ложки и сахара также 2,5. Сейчас все перемешаю и этой смесью будем пересыпать. Одну часть рыбки уже порезала, начала уже выкладывать. Здесь я ее буду засаливать. Так, сейчас я все выложу ровным слоем и просыплю хорошенько посолочной смесью. Вот такой получился у меня рядок. Теперь хорошенько все просыпаем. Конечно, не очень сильно, но так обильненько. И выкладываем сверху второй ряд. Так, второй ряд готов. Еще раз пересыпаем все. Также хорошенечко. И еще буду поливать растительным маслом. Так, маслицем поливаю не очень-таки сильно, но и как бы, чтобы оно было. Все мы знаем, горбушка сухенькая рыбка. Маслице ей придаст немножко жирности. Так, выкладываем следующий ряд и делаем то же самое. Вся рыбка уложена, сдобрена посолочной смесью. Так, немножко сдобрена растительным маслом. Теперь накрываю крышечкой и отправляю в холодильник. Ну что, друзья мои, прошло, не знаю, сколько там часов, в общем, прошла ночь, сейчас утро, и у нас будет завтрак, будут бутерброды вот с такой прекрасной рыбкой. Рыбка плотная, посмотрите, какая она хорошая. Это у нас плотность придает сахар. Могу вот попробовать еще кусочек поднять. Смотрите, какая она не разваливается. Те, кто готовил горбушу, знают, какая она рыхленькая. По такому рецепту рыбка получается очень вкусная. У меня уже слюнопад начинается. Сейчас сделаю бутеры и буду кормить детей. Надеюсь, мой рецепт вам понравился. Если понравился, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!